Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот только что я сняла подробное видео о том, как я высаживала первые сорта, вот первые свои перцы, для получения раннего урожая в теплицу. Но теперь я хочу еще снять небольшой коротенький ролик, дополнение, который, может быть, пригодится не всем, но в некоторых случаях это знать нужно. Вот смотрите, когда я сказала, что расстояние между рядками я делаю 4-5 сантиметров, между семечками 2 сантиметра, и загущать не нужно, потому что посевы потом будут густые, они не будут проветриваться, они заболеют. Но в некоторых случаях необходимо, наоборот, семена посеять немного погуще. Вот видите, у меня вот здесь вот густо-густо-густо насажено. Почему у меня такая разница? Вот между какими-то большое расстояние, а между какими-то нет. Конечно, это зависит от качества семян. Вот в прошлом году у меня не получилось румяные щечки. Я мечтала вырастить, не получилось. Места не хватило в огороде. Нынче я снова предпринимаю попытку посеять румяные щечки. Но так как они в прошлом году уже были просроченные у меня семена, семян у меня очень мало, осталось там 2 пачки, то в этом году они еще более старые. А так как семян немного, калибровку и, это, как сказать, проверять схожесть семян у меня нет возможности. Поэтому я вот такие старые, просроченные, глубоко просроченные семена, румяные щечки высеваю густо. Но тут нужно быть готовым к тому, что они могут не взойти вообще, и тут будет пустое место. Но мне это не страшно, потому что я буду в дальнейшем делать пикировку, и я все равно буду пересаживать в лоток пореже. Какие не взошли, значит, не взошли, ладно. Но еще нужно быть готовым к тому, что если они зайдут все, то их будет очень много. Оставлять в таком виде их нельзя будет, и вам придется через одну их эти посевы сеянцы выстригать. Выдернуть их будет невозможно, видите, как густо насажено. Мне вот нужно будет оставить всего здесь 10 сеянцев. Остальные буду выстригать в том случае, если они взойдут все. Но все они, конечно, не взойдут, потому что, скорее всего, срок все-таки дает о себе знать. Перцы, они не так долго хранятся, как огурцы и как томаты. Но вы должны знать про то, что если у вас старые семена, кто-то дал вам просроченные, вы хотите этот сорт вот развести, посадить обязательно, хоть один, хоть два, чтобы сеянец был, то нужно сеять, конечно, погуще, если есть возможность. Например, если у вас 20 семян, высевайте все 20, половина все равно взойдет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это еще небольшую такую добавку к видео о посеве перца, что мы соблюдаем, да, вот такие расстояния, как нам рекомендуют специалисты, между семечками 2 сантиметра, чтобы они не соприкасались, чтобы первое время корневая система росла каждая отдельно. Но если семена все-таки просрочены, старые, если вы в них не уверены, то делайте загущенный посев. Все.